Ладно, там чел пернул у бумов. Погнали, бэтбумы, 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 бэтбумы. Куда вы, ёпты, косоногие, бля, жопоногие придурки, бля. Александр Левин, Никс, Александр Левин. Ебать, я тут просто сел, просто вот один и сижу. Ну, слушайте, Роджер улыбается, я не знаю, может, что-то обсудили, или это уже такая улыбка тильта, непонятно, да? Ой, ну не знаю, конечно, ну ладно, зомби-пангольер, это тоже сильно, но, конечно, если Сеф придет мид, я думаю, он может сильно его подразъебать. Ладно, там чел пернул у бумов, ебать, там чел пернул у бумов, и единственный муж говорит, блядь, че вы тут? Вы это видите, хуйня вообще, что происходит? Там просто чел доманял просто бумов, они драфтить не могут. То, короче, надо будет бумом воспользоваться этой возможностью. Просто в ахуе сидят вообще там. Так, смотри-ка. О, нифига себе куртки. Это куртки Синта, да? Хотя, по-моему, раньше красивее были. Вот эти красные как-то, я не знаю, выглядят как олимпийки. Какие-то обычные. Минус морф сразу. Блять, нахуя они банят морфа бэтбум? Они, понимаете, вот насколько они не готовы к бэтбуму? Они даже не знают, что они не играют морфом. То есть они просто им его банят просто так. Да как с другого фракции им поддал. Тупо стену пробил. Зомби. Ладно, вот Тускар пиздец кайф. А, окей. Ну, вы знаете, в чем проблема? В том, что они показали свои линии. Они показали, что они уже точно... Ну, типа это бис может быть керри, но по факту они показали, они не оставили пангольер флекс. То есть пангольер точно мид, бист тройка. Но если это будет керри бист, я не знаю, можно просто ливать нахуй и все. Вот это друзья у меня тут. Обниму их обоих. Вот. Опять же, с Инчой можно очень сильно переехать. Да не, я не верю, что это керри бист. Да они не такие глупые, что они будут типа доталовые тыкать. Ну улыбается. Фурион, что ли? Тролль? Насмотрелись на Team Spirit, что ли? Интересный тролль. Ну ладно, 3 секунды резерва, сейчас бумы. Тайдхантер. Прямо убий Смит. Ага, окей. Значит, все-таки играют. Ну слушайте, ну у них прям пиздец, конечно, флекс. Если у них вот так вот. Ну, неплохой пик. То есть, конечно, все-таки прямо убий Смит это имбище, но пангольеры охуенный матчап для прямо убийста, потому что, опять же, и под вторым спеллом он ему не особо дамажит, он может уходить от его кнопок первым, ну, типа, спеллом. Андрюх, меня слышишь? Да, Сань, здорово. Так. Че, Сань, как тебе вообще? Групповые. Да слушай, да прикольно, в плане того, что неожиданно, типа, вообще для меня. Я еще почти все ставки нахуй проебал, вообще без шансов. Та же тема, вообще. Да, так я все почти на бэтбуме въебал, вот на них. Я пиздец злой, нахуй, на них. Ну-ка давай, Андрюх, теперь скажи им пару ласков. Короче, ты понял, они же первые две серии играли, вот где они 0-2, где они там три игры точно вели с преимуществом 15-20 тысяч, да? Да. То есть... И я пиздец провел параллель. Это то же самое, как у нас было в гамбитах. Мы любили играть темпом, какой-то хуйней, виса ШСФ. И мы все время норм команды, которые против нас играли, все время просто затягивали. В один момент давали нам пизды, и все, и мы, блядь, склеивались нахуй. Вот, блядь, вот это пиздец, один в один я вижу. Ситуацию. Получается, это эффект дохака? И я задумался, возможно, это дело в дохаке. Ну, как может быть идеалыч и быть проблема в нем? Ну, слушай, ну он же как раз-таки не, ну, может быть и форсит такой стиль игры, я про это имею в виду. Да вот непонятно, слушай, вот если вспоминать гамбиты, то я не знаю, кто это форсил. Мне кажется, мы просто начали так играть, потому что нам просто понравилось. Но я бы, кстати, вот я первые два пика увидел с одной и с другой стороны, я бы тут уже на бумов бы, ну, на обычных бумов лил. Вот этот епаш по-любому потный на прямом бесте. Думаешь? Но у него даже 6 уровня нет. Да похуй, чел сам по себе потный, я думаю, новым героем справится. Так, ну Денис сегодня, чтобы ты понимал, ну как обычно, он на самом деле все игровые дни прям вообще охуенно играет. К нему вообще ноль претензий, если честно. Он сегодня даже на квапе в Фускара имел 14 крипов и 10-1, да, сыграл. Так, Санейка делает фрстблад. Приятно, бля, ну у тебя тролль... У тебя линия тролль Undying. Если ты там не, ну, типа, не разъебываешься, то уже точно какие-то... Тоже нахуя играть вообще. Деле... Ну, Бум это всегда была сильная команда. Ну, то есть, ее не стоит списывать со счетов. То есть, при хорошем драфте у них есть исполнители. Ну, в боте, слушай, ну, так прям тысяча почти. Ебать, пошел под хилом, нахуй. Бля, ну это с кем жесткий чувачок. Помнишь, он еще на Фурионе как-то, типа, он же пятерки играл, а потом он приехал, и им нужно было на керри, типа, заменить. И он просто взял на керри, сел, и, блядь, до топ-6, по-моему, они дошли, или до топ-8. Да, он, в принципе, изначально керри был. Да. Сэнви там играл. Да, так, перечерк, как я пажа. Ой, ну хуёво пока. Топсона нет на групповых, но дух его... Ассоциируется, да, уже, типа? Да. И, ой, везет Ларлу на руну, отлично.
пошел, кстати, сразу в топ. Ну, не знаю, это читается. Так он его убьет, этого СФ. СФ. Так это читается же, пиздец. Но в итоге не читается. Все, Денис солкил. Ой. Так. Да, убьет. Ой, хотя, если бы сейчас задоджил. Вот сейчас и первый. Да, красиво сыграл. Если бы задоджил, там прям пикселем на самом деле достал. Ебать, вот как у Дахака всегда так мало? Ну, ты можешь мне ответить на этот вопрос? Я не знаю. У него, блядь, даже с охуевших игр каких-то, вот типа у него на Урсе, я помню, было 4-0, а Егис и ластный Творс и Скоров. Он как будто стоит, знает, против триплы, типа терпит каждый раз. Ну, да, ну судя, что у них сейчас 1-7. И в этой игре все хуево. Опять я, Паш, пришел в топ. Рор от Нотсида. Хороший реваш сжимается сразу. Можно ли, да, добьют Нотсида. Ну, летит здесь Роджер. Ставится там бай ебейший от Санейка, на самом деле. И... Ну, ФБ заебнут. Денис закатает. Да похуй, реваш нажал. Тут да. Все вообще, ебать. Можно умирать. Так, ну там что-то какой-то еще файт. А, нет. Это так. Схемыч доебался. Ну да, Денис четко делает. У него 2-0. Хоста. Нажимают смоки, не продолжают фармить. Сейчас посмотрим. Я на самом деле не знаю, что делали бы Бэтбум без него на этом турнире. Мне я кажется, тоже там не вообще... знаю. Там, ну, это вообще... Можно было ливнуть просто на он... самом начале. Это факт. Он их пиздец тащит. И на этих словах... На этих словах он... Почему просто не вкатиться? Он сульты, да, должен был начать. Знаешь, как это бывает? Это те, кто мало играет на пангалерах, но, в принципе, вот когда надо сыграть на нем в миди, вот они всегда вот забывают, бывает, раскручиваться. Я сегодня видел такой у Торонто Токи, он тоже сначала с первой вкатывался, а надо просто ульту раскастовать. Тем более у тебя хоста в батле. На похуй, да. И потом уже кататься, и потом уже дэмэш какой-то вносить. Очень сильно. Смотри, все равно летит. Хоста-то осталось. Нажимает хосту. Кстати, не то дерево съел, блядь, пришлось оббегать. Так. Ну, с кем это ёбнут? С кем это ёбнут? Ну, надо как минимум двоих убивать, я не знаю. Бля, ну въебать, ну как-то ну слишком идеально все для бомб, не? Посмотри, какой тайт огромный. 5000, он просто все в боте пылесосит. Большой, блядь, маленький, линию. Так это, понял, он тебе нос утирает за то, что я тайт усигнал. Бля, ну реально тайт, кстати, ты в курсе, что тайт постоянно герой интернешнл? То есть вот он может быть ультра-говном, да, да. Но как только инт начинается, люди начинают пикать тайда, потому что очень легко просто нажать Blink Revenge. Потерять трон со счетом 10-0 или же выиграть со счетом 0-20, да? Это цитата Андрея. Я бы хотел выигрывать со счетом 0-20. Факт. Я помню игру против Сика, Дахак на Висадже 0-0-7 закончил. Нам просто базу ломали, я говорю, гоу драться, и он просто стоит. Я говорю, да похуй, я буду сдохнуть тогда, чтобы ГГ написать уже. Ну, то есть там вообще нас так жестко отъебали, там что-то счет был... Типа он отказывался что-то... драться или что? 17-1. Да нет, там не так было, что... Короче, все, мы уже, знаешь, типа, ну, сидим такие, ну, го, последний файт хотя бы, типа, уже на похуй. Ну, больше знаем, что проебали уже. В итоге все идут, умирают, и все, и ГГ, я вижу, типа, Дахак живой. Я думаю, ну, похуй еще. На КДА играю. Так, ебать, Денис, что, мутит тут? Да я вообще не понимаю смысл этого КДА, вот реально, ну, типа, вот прям не понимаю. А потому что, знаешь, типа, знаешь, тебя, это... типа, возьмут в другую тиму, да? Например, ну, как вариант, да? Но по факту чуваки, которые нормальные, из нормальных тим, они же не смотрят на КДА. Они будут, если смотреть твой реплей, чтобы тебя взять в команду, они будут смотреть на то, что ты делаешь. Ну, он фармит просто, вот, блядь, он фармит там, где его невозможно убить. Я клянусь, если пурсы вот здесь спамнились, он бы их здесь фармил. Просто, знаешь, на фонтане уже маленький кэмп появлялся бы. Раз в минуту. Да похуй, ну убьют и убьют, ебать, ну реально похуй вообще. Почему он убежал? Он же видит всех героев. Вот, я его вижу, показываю. Почему он убежал? Так крипы в лесу резнули. Да не, ну он, блядь, он в прямом смысле видит, блядь, всех врагов. Так, погоди, драку. Так, ну отсет. Дотис. Ну пиздаем. Да не, ну это, да блядь, а да вот. Да не, ну я, да, да вот. Да, блядь, ну не... Сука, блядь. Да это пиздец чушь. Чё я сейчас вообще вижу? Он же видит всех. Его можно убить максимум за ревич. Я не знаю, там, блядь. Вообще не берет рисков, абсолютно. Обосну себе лицо, блядь. Бля, нужен этот мем, знаешь, где, типа, вебка Ларла. И вот этот чел, который потный, понял? Типа, хуярит, сидит по клавиатуре, типа... Так они еще похожи, знаешь, да, типа. Да. Это же еще реально один в один лицо, блядь. Сидит, блядь, Денис, что-то там, блядь. 6-1-0. Закачали иншей. В пятером пришли, Бэтбум. Ну, как ты знаешь, типа, странный мув вообще в любом случае. Взяли Дахака за руку, да, говорят, да. Гоу чужих иншей фармить. Выходи уже из своего леса, блядь.
все нормально, социализироваться. Ты способен, мы тебя охраняем. Ты сможешь. Слушай, ну сейчас как будто бы хоронят. Ревич, а не Ревич КД. Так, Денис. Раскастовался заранее. Я баш, духа Б. Ой-ой-ой, да хак, успеть ли ультимейт нажать? Успел. Но его все равно, походу, оттрахают. Денис, как хорошо. Ой-ой-ой-ой, как хорошо, Пангольер прыгает по четверым. А нет, не получилось по двоим, только прыгнуть. Но все равно не пробивают на самом деле его. Или пробивают. Отходит Ларл. Да, ну сейчас вот прыгнуть. Вы сейчас вот прыгнуть на развороте по троим, не? Замедлил. Еще первый? Отлично, отлично. Выживает у нас Денис. У него, кстати, есть еще блинк. Бля, даже так что-то у них нихуя не получилось. Ну, мне кажется, ну, типа, идти Рошана была ошибкой. Вот я прям уверен в этом, на самом деле. Бля, вот я реально, я не хочу хейтить Дахака, но я вам уверен, что вот если бы эту игру играл я Тора, у него было бы в разы больше. Вот просто потому, что его маршруты фарма намного более эффективны из-за того, что он не боится умереть лишний раз. Я вот, блядь, 100% в этом уверен. Как по мне, скилловый кор, вот если, знаешь, типа, в двух словах описать, это игрок, который может набрать нетворс, не умирая. Вот. Это вот, мне кажется, и есть скилловый кор. Тот же ГПК, так, да? Так получается, это хак? Он же рано или поздно там наберет. Не, ну слушай, но он не набирает нетворс. В том-то и прикол. Высокий нетворс, наверное, я имел в виду. Вот я рассказываю супер банальные вещи, но они супер важны. Ну, потому что это прям база, на которую накладывается вообще весь остальной твой, я не знаю, скилл, который у тебя присутствует. В итоге Денис загулял, уебали его. Роджер уже как пятый раз умирает, короче. Бля, ну ты не можешь, как бы, знаешь, типа, играть с Ивова. Ну вот просто не можешь. Вспоминаю International 2017 FN, который просто как псих приехал и пушил пачки до Т3. Вот здесь, я помню, он стоит на Эмбере, вот прям вот здесь, где я показываю. А вот здесь стоит 5 китайцев в смоке и думают, бля, за ним стоят. Вот здесь вот, блядь, все здесь кадык фармит, здесь дрезоль, блядь, на иншах. А FN просто вот так вот на тревелах нахуй до сюда затолкал. Вот так вот весь инд бегал. Все боялись, все думали, бля, да не может, блядь, нахуй быть такого. В итоге у FN просто, несмотря на то, что у него был супер жадный гостик и резоль в команде, у него было мега дохуя в каждой игре. Ну птицу. Ну птицу. Та, ой. Ну рано ищу ульт панга. Тамба хорошая. Надо выйти. Да. Ну, ребенку хуёво после этого вообще. Курс стоит, бьет Роджера. Три места по ней. Санейка. Бай инста, нахуй. На, без идей, конечно. О, да хак-то, смотри, что делает. Где? Скипает пачку. А, вот так вот, да? Прибежал. Так, в миде. Ларл. Укатился. Ой-ой-ой-ой, Денис, почему не жмется ульт? Что-то, да, последние две смерти какие-то такие. Да, это ошибка. Надо было ужать ультимейт в шарде. Да знаешь, наверное, не верят уже все, они что могут... Да вообще, да, такое чувство, что в DC они вообще не понимают. Да хагает, ну давайте это поспейзим. Да. Бля, ну такое, кстати, вот раньше так работало, сейчас уже это не работает. Я вот у каждый стрим говорю одно и то же, что сейчас в нынешней доте нельзя отдавать так много пространства врагам. Что здесь Дахак, кстати, вообще забыл? Вот серьезно, он реально вообще, типа, ниндзя, блядь, я не знаю. Ну, то есть он же должен же здесь быть. Нормально. Да. Надо было, знаешь, что, типа, вот сюда прибежать, поставить вард и фармить маленький плюс большой. Они такие, так, окей, ну, наконец-то мы можем закончить. Блядь, опять Дахак шикает. Дахак. Заебал. We need control him, we can't. Next wave. Он скипнет. Который, знаешь, еще не вышло, он уже их с казармы скипает, сидит. Я, кстати, вообще не знаю, это вообще какие-то ниндзя мувы от него сейчас происходят. Сейчас скоро скипнет. Так, конечно, там проскипать. Бля, надо было пройти дальше. Нет? А у Куры, наверное, не такой высокий вижн, да, если он как-то бежал бы. А, ну он 20-й, да, на SF? Не, 19-й пока. Просто там что-то так прилетать начало, поэтому 20-й. Да, но тут Solar, помню, прям его тут нормально забафали. Чтобы ты понимал... Ну, аниваему нужна будет команда такая, как Team Secret, которая как с Резолем сейчас подстраивается, типа. Потому что они всегда играют в трикоры, реально, ебать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот кто не на очке, Джек Бойс, который просто пошел в Сильвере и нашел Дахака. Ну, блядь, ну безыдейно вообще, ну, типа, безыдейно. Чего ж, ну, ты... Просто безыдейно, хуй знает. Вообще настолько безыдейно, что ты просто понимаешь, к чему игра придет. Есть рор блинку без мастера, но аигист по-прежнему имеется. Так, блинканул. Бля, тут Монтана на самом деле пиздато выглядит. И рор вот так задоржить и скинуть сайлен, знаешь, типа и... Как будто бы круче линки, понял, Монта здесь? Ой, успел БКБ нажать и вышел, и вышел. Ну выбили байбек до хака. А нет. Он в итоге просто резнулся.
Я подумал, он выкупился. Да тяжело им ХГ идти. В Пангалера опять же. Ой, да хак, а надо было ли? А надо было ли? А надо было ли это нажимать? Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Что-то происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, момент. Да хака заебало, походу, фармить просто. Он решил просто в них ехать. Либо он слушал стримы, и его заебало то, что ты говоришь, что он плохо фармит, и он пошел, показал, как он подрался. А я вчера у Дениса сам спрашивал, да. У них телефоны забирают, поэтому он не слышит. А, да? Ага. Ну, типа, они не могут на Twitch заходить и так далее. А, ну, кстати, телефоны же всегда забирали на Twitch. Бля, ну Бэдвум тут нахуй сражается изо всех сил просто, я так. Так, Рор на финда. 4 секунды по КБ у финда. 4 секунды, успеет ли? Нет, не успеет. Еще ФБЗ впрягся за братана. Да хлак, просто залетел, начинает тут. Опять треснулся на самом деле. Байбек панга, да, был? Две стороны байбек панга. Да, слушай, ебать, он получил просто за этого тайда на тролле. Да хак специально мало фармил, чтобы быстро возрождаться. Так слава. Это рядом стоек ему. Да. А чё LGD ликает, интересно, там как сыграли, всё гляну. Кстати, там интересно, кто первую карту выиграл реально. Потому что там такие интересные драфты были у обоих команд. Мне чуть ЛГД больше. ЛГД выиграли первые. ЛГД сегодня вообще другие. Да. Они реально вообще другие. Так они еще против Лика 10 киллов отдали в первой, а потом просто обоссали. Бля, так это же реально, вот вчера на них посмотреть, и сегодня это же другие люди. Это классика ЛГД вообще. Так. Опять инча топтала, так сказать. Здесь вообще ультимейт по Галера. Умерла, кстати, есть байбек. Дахак пошел на Япажа, башит его. У Япажа просто с говном смешивает. У нас Дахак, неужели камбэк? Нету байбека на самом деле. Погнали, бэтбумы. Так, Дахак назад отходит. Выбили БКБ у Сефа. Нужно бежать дальше. Нужно рорить. А рор уже КД. Потому что он нажимал его в Япажа. Вот так вот. Слушай, ну через минуту будет Аегис, новый Рошан, и будут решать. Ну хочется, конечно, ребятам из Реддинга нападать, наверное, с ревейджа какого-то, а не вот так вот, знаешь, когда Япаш просто вкатывается в рор. Может, ему линку какую-то, не знаю, купить. Что, может, на бэтбум дадут поставить? Ну ты прям, конечно, вообще верующий. Кстати, БКБ есть у Бестана, он байбек оставляет. Ну, кстати, сейчас бумы. Вообще огоним. Ой-ой-ой-ой, Япаш. Ой-ой-ой. Так, БКБ. Сейчас должны странно. Драться бомбы. Должны вообще драться бомбы. Вообще-то хак его убьет. Ебать, ноль урона. Вот сейчас... Вообще так спит. Ой-ой-ой. Убьет. Там Скаймага еще ульт не прогрузился. Так, первый ревиш пошел. Хуйня. Ну да хак убьет, да хак убьет. Это еще и второй ревиш. Выкупился, кстати, Япаш. Бегут дальше, Санейка. Очень важный герой, но улетает он. Лару 6000 голды. Вот сейчас бы у него был аганим, еще 6 сверху, да? Вообще пиздец бы опасно было бы. Ага. Можно под стан на самом деле выдать. Так, ну бля. Ой, это было ужасно. Ну куда вообще? Я так и знал, что так будет почему-то. Я еще думал, почему он первый раз не прыгнул, потому что он думал, что среагирует панри, потому что у него был блинк не в КД. Я думал, поэтому он и не нападал. А по итогу вообще сейчас ужасно напал. Так, да хак сильвер, да, купил? Окей, 6 лотов тролль. Так, ну интересно. Как же вообще разъебать может жестко? Очень может, да. Лично так же обосраться может. Да хак. Увидел Сефа, СФ, Ревич, на Дахака. Блинк, рефрешер, да, прыгай, взрывай. Да, все, Дахак умер. Есть еще рефрешер у Сефа. Убили панга, у обоих есть байбек. Но Рошан точно зареден. Идут бай форсить, Рошан 20 секунд. Ну лучше не прыгать, лучше побить трон и за... Вот, и сейчас бай... Да, все, охуенно сделали бум. Ну охуенно реально сделали, если честно. Надо догонять, что делать. Ну там байбек есть. Если, конечно, в целом получится, скорее всего. Так. Дахак. Дахак бьет тайда, у которого нет реведжа. Зачем? Дахак. Ой-ой-ой-ой-ой. Тычку пытался зачейнить. Хорошо, кстати, да, Джеки сыграл вообще топ. Ага. Топово сыграл. Так, сыр, ну все выбили. У Дахака больше БКБ нет. Так, там убили Скаймага. В итоге Инча там где-то его подзасолил. Инча всех убьет, да? Да. Инча тоже уже с ней надо считаться. Дахак, ультимейт нажимает, но в дизарме, нодсет, стопит ульт. Ну не знаю, похуй вообще. Даже на тамбу похуй.
что, деньги засейвлены, получается? Я же тебе говорю, тебя спасали тут. Ну, блин, очевидно был результат этого матча. Я даже больше скажу, тут на самом деле сами бумы, из-за того, что были в шансы от вылета, они, ну, как бы слишком на очки играли. Ты и понимаешь? Прям максимально ждали прям крит-массу. Насколько бэдбумом, типа, хуево от вот этих игр? От 1.8? А, это вообще прям кульминация уже. Ну, типа, вы сидите по 50 минут эти игры играете, вы уже на 20-й чуть ли не проебали, по факту. Вы сидите 30 минут, и по факту они один раз, ну, воспользовались моментом, это вот когда было, получается. А был вообще момент? Ну, когда они на ХГ сидели, ладно, они не пользовались даже. Да я с тобой согласен, нихуя они не пытались сделать, ждали, пока их снесут просто, и все. И ждали, они ждали ошибки врага, понял? Вот это плейстайл, когда ты ждешь ошибки врага, вместо того, чтобы сам создавать моменты. Да-да-да, это почти всегда луз. А что нам, пацанов-то вывели? Вот будет? Может, попозже камера будет? А я не знаю, они что-то как-то вообще, да, типа, камеры не бывает. Как будто только на основном стриме такая функция доступна. Так, Эмбер Спирис, первая стадия. Я хотел сказать, что за фура появилась, но я вспомнил это же. Дахак единственную карту, да, на фуре выиграл, да, получается? Да, да, да. Ну все, можно квартиру ставить, получается. Ты здесь тильт, прикинь, у них настолько тильт, что вот, вот такая вот хуйня происходит. Но там ебаш уже на Эмбере, блядь. Дайте поставить. На ну лица у них пиздец, вот честно, у Бэтбум. А что ж Дахак с бумагами сидит? Когда они все с бумагами? Там на всю бумагу Фарион, понял? А ебать, у него лицо, слышишь, охуеть. Кого брать, думает, нахуй, все проебали, все игры отсосали уже. Кем играть, парни, нахуй? Слушай, как я понимаю, типа, въеб вот этой карты гарантирует им, ну все, вылет из группы, да. А сколько они сыграли? Потому что, понял, они играют же с бумами, которые тоже, типа, ну там, близко к вылету. То есть, получается, бумы, ну, становятся, да, типа, в кайфе, а вы уже точно как бы... Раз, два, три, четыре. Четыре игры еще. То есть, можно сделать 5-9, да? Ага, но этого не хватит, скорее всего. 5-9, типа, ну... 5-9 — это маловато, да, это надо всех выиграть еще. И еще а там ЕГЭ, а ЛГД, там ЕГЭ. ОГЭ. Пиздец, нахуй, полный. Блять, так у них реально же остались ЕГЭ, ЛГД, ОГЭ. Это же просто вообще полное очко. Слушай, вчера с Денисом, короче, встречались вечером. Ну, там прогуляться по Сингапуру. И я ему говорю, блядь, Денис, надо на Лешака сигнатурную раздуплять. И вот прям перед нахуй отсосом он решил раздуплить. Ну, бля, станов нету, видишь, под Лешака хочется... Вот Свена как берут Entity те же, да? Угу. Это идеальный герой с ним на линии. А тут что? Нихуя нету вообще. Марси в итоге. Бля, Марси на лоспик, да? Пиздец какой-то абсолютно. Ну, кстати, Марси очень крутая. Ну да. Фурионом они пойдут по-любому линия Фурион Марс. Слушай, ну мне нравится Бэтбум, если честно. Как-то у них в итоге все охуенно. Ну типа... Этот Лешак Марси в итоге спас драфт. Да, да. Вот Лешак вообще прям топ. Я, кстати, удивлен, что вороны вообще такие звуки издают. Потому что я вот спрашивал у чела, который здесь живет, он говорит, это вороны. Ну, блин, я вообще не знал, что... Ну там типа звуки идут такие. Так не зарегал у меня диско. Ну типа. Так типа. Вот такие, да. Слушай, ну 2.25 на Бэтбум выглядит как хорошо, не? Думаешь? Мне кажется, нет. Думаешь, они просто в таком тильте, что они вообще не, да? Да, да, да. Ну да, так именно. Вот это именно и смущает. Так-то я, может, еще бы. Ух, ебать копье. Ой-ой-ой. Прикинь, он сейчас в ФБ припрется. Я не знаю, я там в лобби не успел зайти. Пошел умываться, они уже стартанули. Да как там, говорит, инстагол. Да похуй, сейчас он за 20 несут, блин. Так что давай поглядим на это. Слушай, ну как уверенно, конечно, он на Эмбере играет. Посмотрим. Уверенно прям в себе. Ну, Дахака здесь Денаев. Непонятно, сколько из этого пеньки. Но Марс в говне. Марс в говне, и как будто бы хочется поверить в Дениса. Слушай, да я думаю, можно поверить здесь в Дениса. О, кто поставил на ОГД, молодец. Потому что там довольно сильный типа пик у них был в лите. И там было видно, что они дотянут до него, потому что у Марфа был топ-лентов в игре. А они что, выиграли, что ли, там? Ну да. Выиграет ли Дахак эту игру на фуре? Вот что интересно. Ну вот в этой игре мне уже больше Бэтбум нравится. Не какой-то не... Кстати, Ларел. Ларел пошел. Ой-ой-ой. Ой, ну с первым станом невозможно попасть, будем честны. Ты прикинь, насколько все хорошо для Эмбера. Что он еще стаки типа закачает потом. О. Хотя нотсет. Ебать, япаш. Че мутит?
Уверенно, уверенно кнопочки жмет на Эмберспирите. Да я говорю, я еще вчера говорил, когда ЛГД сосали хуй, что типа нет, нет, нельзя, нельзя списывать их со счетов. Ну типа не может команда разучиться играть за полтора месяца или сколько там прошло. Ну это типа невозможно. Забирается Тауэр, Денис кого-то тут уже дефить не будут, да, тут да, три кора стакнулись. Тут не до... Бля, ну я Паш, слушай, набирает. Короче, 99, можем сказать, что, что Бэтбумам не повезло, что у них не LGD в первый день попались, а в последний день будет LGD. Чтобы они керри Бэтрайдером от LGD отсосали, и Дахак бы сказал, да это хуйня, это просто LGD. Да, да, да. Все нормально, пару пикаем дальше. Так они бы вчера обоссали бы вот этих LGD, которые вчерашние были. А, ну да, 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 потому что первый день, да? Да, да, откачались бы, подумали, ебать мы сильные, нахуй, LGD ебнули. 2-0. Да, сейчас будем керри Бэтрайдером просто, блядь, до конца. Будем сейчас просто, да, все хуярить, блядь. Да. А пусть так и было бы, блядь. Короче, 6 тысяч эмбер просто. Бегает. Что-то вообще какая-то странность, да. Так, под глобал пытаются убить эмбера. Есть еще ультимейт, но все, убьют. Что? 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 Ебать! Я смотрю на лицо Санейка, и я понимаю, как ему больно сейчас физически просто. Ебать! Ну, я не знаю, как это комментировать. Только песней... Хуёвые их дела, у ребенка еще хуже, конечно, после этого момента. Ты знаешь, какое хуёвое расположение духа, там даже мышку впадло держать, допустим. Клавы играть просто надо. Да, и тогда пиздец без кликов может быть дохуя. Так. А я думаю, Бэтбум сейчас не в самом лучшем расположении духа. Ебать, вот это ганг просто, накрылся. Silence. Я, кстати, не знаю, чем отличается групповая стадия International от какого-то мажора. Она ничем не отличается. Такой же турнир против таких же команд. Абсолютно. Но люди забывают, что нервы — это тоже твоя работа над собой, понимаешь? Ну да. То есть это тоже понятно. Один из частей твоего скилла. Шикарный глобал. И моментально. Слушай, ну не знаю, Бэтбум... Бэтбум Ларрел пока что ебет, ебет. Так, Ларрел. Бэтстоун. Ну не убьет, нет. Если он нажал уже... Куда ты, ебт? А чё с тем? Я не знаю, на Марсе... Нажать. На Марсе странный типочек. Ебать. На Марсе странный типок. Да, ну я Паш уверен. Понял, блинк сбили. Ему блинк сбили, он блинковался. Не, ну ты видел, как он копье кинул? Ну ты понял, он хотел под лишака блинкануться и в ту сторону его кинуть копье. То есть то, что ему блинк в этот момент сбили, он как бы блинк не нажался, а копье нажалось. Когда как, Сань? Видишь, типа в этот момент он хотел быстро, наверное, нажать. Ему сбил, типа, курсой быстрее даггер. Раньше курса не сбивала сразу даггер, а сейчас она сбивает. Нотсет, 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 умирает просто на пустом месте, еще и глобал проебали. Слушай, Япаш выглядит как чувак, который закрывает эту катку, несмотря ни на что. Так. Какое-то нападение. Ну, Япаш на месте, ребят. Ебать. Еще и понял, на ремнант полетел, брат. БКБ поставил, да-да-да. Все четко. Просто, чтобы понял, 90 секунд не тратить на пок сайленс и все. Так, обсервер на месте. Так, прыгнули на Дениса, но Денис на самом деле сильно регенится с Булстоуна. Тамба. Побежал дальше, Япаш. Связывает его. Зиулился от стана. Не, ну тут... Ну давай будем честны. ГГ. Блядь, пиздец, какое очко. Угораю с чата. Бэтбум неплохие шансы завтра забрать карту ЛГД. Последнее место группы. Огромный кэп, директор не устоит. Это реально факты, блядь. Бля, кстати, я уверен, что так и произойдет. Кто такой же уже, насколько люди next level промуют, да? Они уже в голове у директора, они понимают, как он будет мыслить. Блин, ну смотри, какой огромный эмбер, дровка, типа. Так, напали. Во-во-во-во, вот это хорошие киллы. Вот это очень хорошие киллы. Ебать, а там был КФ. Еще и ФБЗ убили. И Рошана. Молодцы, слушай, ну молодцы, Бэтбум. Надо цепляться, надо делать 2-8. 1-9 это вообще пиздец, надо 2-8 делать. Надо. БКБ блинк, он сильный будет, лишак этот. С ним нужно будет что-то делать. А Егис еще, вообще супер прям игра у него. Слушай, ну дровка не умирает все это время. 10 тысяч у нее. Несмотря даже на его мастер-тир Марса, как-то что-то не выглядит он сильно. Санейк ревилит всех. Нотсет рядом, Нотсет разгоняется. Нет уже у этого чела, кстати, на самом... Ой, Марса, а чего же не убили Марса? А, догнали дровку. Красиво, ой. Красиво Бэтбум играют. Убили дровку, убили еще и ФБЗ. Вообще не дают нападать. Бдахак нажимает БКБ, на схемы тоже бегут, схемы тоже убивают.
Изи, тупо. Хорош. Ты поставил? Нет. Ты просто так, я не успел, закрыли перед Рошаном. А ты поставил? Не, я же говорю, я тут на чиле. Ну, я сказал, что мне Бэдбум Драфт больше нравится, но, знаешь, типа, с их ментальным состоянием это выглядит как, ну, казино, да, вообще прям полное. Если он нажал Блудстон, все, тебе нельзя драться, то есть тебе надо ждать. Тебе нужен либо Весла, либо ульта Парата, чтобы это законтрить, потому что тебе просто не хватит дэмэджа. Ой-ой-ой, опять ошибается Япаш. И вот это ваш Япаш? Ебать, пошел нахуяш, блядь, просто. Не, что-то не потняк. Почему на Гринланд не ушел? Есть же еще даблпики, типа Никс, Ассасин или Шак. Да. То есть это, по сути, единственный игрок, который тебя закрывает. Да. И все. И то есть, как бы, ты спокойно сидишь, играешь на Лешаке, Денис на нем идеально играет, с любой линии, если что, приходит, открывает вышку. Короче, я вообще не вижу проблем для того, чтобы Бэдбумом играть Лешаком. Я вот честно вам скажу, мне кажется, реально ЛГД завтра карту Бэдбум проиграет. Бля, вот я хуй знает почему, но я... Может, уже, да, ставит? Да. Я не знаю, у меня почему-то тоже полностью уверенность в этом есть. Там и 10 киллов, и ФБ, и просто на все просто поставить, и хаты. Полный пакет, да? Да. Добрый вечер. Сегодня полный пакет. Ну, слушай, не успевают у нас бумы прийти. В итоге Аегис для дохака. Так. Какое-то копье вообще непонятное. В итоге просто... Ну, хуёво, блядь. Вот они сейчас стоят тут, а чё? Ой, так, там баба, дохак, просто вот так. Нахуй. Ну, чё такое, хейтеры, блядь? И чё теперь? Это охуенно. И чё теперь? В итоге просто нихуя. Чё, максимум Аегис, но они всех их похоронят за это. Хорошая арена, но сейчас ничего не даёт. Без шансов. Ларл вот тут всех было, просто вот это зажигает. Было жестко. Вот это жестко было, согласен. Хорош, дохак. Респект максимально. Просто в 5 героев, блядь. Знаешь, такого от дохака обычно не увидишь никогда. Согласен. Сила Эгиса дает ему. Бля, ну на фуре, знаешь, типа он вообще другой игрок. Вот реально. Вот абсолютно. Вот прям просто абсолютно другой игрок. Так у нас еще дешево уже стоят сигареты там. Типа в других странах дороже? Во многих странах там вообще там по 300 баксов. Ты понял? Типа баксов. Ты убиваешь себя, еще и денег ебаешь дохуя. Так это же классика, сам. Кайф, так, да? Же всегда в жизни. Вообще, так жизнь, да, работает, в принципе. Мы же дышим этим, блядь. Так, дровка опять в говне. То, что нас убивает, так скажем. Это какой-то, знаешь, типа какая-то срочка для рэпа просто. Андершоку надо отправить. Ну что, поценил, типа, нормально, ненормально? Ебать, а Денису Хекс уже или что? Или это Санэй каким-то? Какой Хекс вообще? Бля, тут на самом деле обсервер что-то не любит, знаешь, проклики. Вот просто сами по себе проклики. Ну тебе кайфово там, я вижу. Очень кайфово, Саня. Там вообще я уже третий сон вижу, наверное, там. А это уже офигенно для команды Бэдбум. Можно опять же Никса сасить Лешак. Или, знаешь, там, да, Никса банить, Лешака забирать там условно. Ебать, там Роджер на Роджер, вот это классика, слушай, на самом деле, если что. Он так всегда, он на этих квалах вообще носов таким делает. Так это нормально он сейчас сделал, он и фул БКБ отзонил. Не, я имею в виду, что часто вижу, знаешь, типа вот то, что он куда-то летит от команды, прям далеко-далеко, короче. Так, Ноцит. Заходит с Маке, Хекс реализует на дровку как раз-таки. Дровка умирает без бая, Тимс тоже умирает, но с байбеком. 35 тысяч преимущества Бэдбум. Лучше бы ты себя сыграл. Да, сейчас будет пытаться или что? Так, да, Хака пытается заберстить. И получится, хотя БКБ. Не-не, ну все, ну тоже сжирается. Вот сатаны, да. Байбеков нету у двух поров. Ну, Эмбер тут соло, конечно, не задефает никак вообще. Слушай, главное, чтобы они вот с этой катки реально вынесли то, что... Парни, блядь, у нас есть герои нахуй нормальными, которым мы можем играть, блядь. Поехали. Ну да, да. Они, да, хуйню какой-то, без мастера, блядь, на позиции 1. Битрайдером. Блин, а чё, да ему не будут фуру банить? Надо её доталово пикать, не? Ну как будто бы. Конечно. Просто доталово. Почему они, знаешь, типа разочаровались с ней, пока что непонятно. Чё в чате пишет, пиздец, 0 пустонов, Лешак. Кстати, база есть чё. Мне кажется, как патч поменялся, бустон, ну, датировки так и заходят с того момента. Ебать, опять чего прыгнул, БКБ не нажал. Охуеть. Бля, ну вот этот ФБЗ, это вообще пиздец, потерянный малый. Ощущаю себя футбольным болельщиком нашей сборной. Ну, я вот так же себя ощущаю. Я себя ощущаю, как этот чувак из нашей Раши. Я сижу на диване и пизжу просто. Ну куда вы, ёпты, косоногие, бля, жопоногие придурки, бля. Я в ахуе, бля, Прокопенко или кто там? Два стадиона пишут будут. Два стадиона, нихуя себе. Бля, ну это охуенно, понял? Что-то новенькое. Это охуенно будет вот это вот, типа, Бэдбум, и типа, Джаксак.
И он такой... Декси! Это как на эпицентре. Легкись! Да-да-да-да. Лар! Родгер! Родгер! Санейка! Так и будет, так и будет. 50 тысяч, 6, 6 тысяч преимущества. Куда столько денег-то вообще, ребята? Изи бабки. Да, я вот так вот с Андрюхой сяду. Я еще двигаюсь, видишь, там живой, блядь. Так куда? Привет, я подсяду? Да. Да, конечно. У тебя этот, что у тебя в наушниках? Геймдахака? Сейчас? Или вообще? А, вот там, где я с тобой сижу-то. Слушай, по-моему, Maybe Baby играла в тот момент, когда вот это я сидел. Откуда, кстати, все это бежу? Со стрима. А, это на стриме? А, это когда у тебя бухло стрим был? Старый стрим, да. Да, я да, понял. Типа того. Я понял. Я заходил, кстати, туда. Но не на весь. Ну, весь там, мне кажется, тяжело было продолжаться. Я бы хотел, чтобы меня но уже есть Андрюха. Все. Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Александр Левин, Никс, Александр Левин.